не только с вами, конечно, но хотелось бы, чтобы со многими странами мы потихонечку открывали, например, хотя бы прямые авиарейсы. Потому что проблема иногда бывает. У меня недавно дочка на этой крымско-казахской границе промурыжилась. В слезах вся была. Поэтому правительству Кыргызстана надо все-таки подумать и забыть некоторым депутатам свои шкурные интересы. Нам надо делать открытое небо. Тем более мы расположены в очень удобном месте. Аэропорт Манас готов принимать самолеты. Спасибо братской России. Авиакеросин у нас тоже самый дешевый. И дефицита нет, как у соседей. Поэтому нам надо правительству новому заняться, конечно же, развитием авиации. И приглашаем ваши авиакомпании к нам. Пожалуйста, открывайте рейсы прямые. Я думаю, многие через нас к вам будут летать. Или с посадкой, например, в ту же Монголию летают с посадкой через Бишкек.